Дорогие друзья, по заявленному слайд-шоу, которое было в начале урока, вы уже поняли, о чем пойдет речь, поэтому я здесь долго рассказывать не буду. Мы практически сразу приступаем уже к рассмотрению каждого пункта по отдельности. Скажу только пару слов. В Solidworks очень обширный инструментарий. И одну и ту же задачу можно решать совершенно разным инструментарием. И довольно часто мы по привычке используем тот инструмент, который в данном случае не самый оптимальный потому что на него уходит намного больше времени, чем если бы мы использовали какой-то другой. Поэтому мы рассмотрим в этом уроке именно те пункты, которые позволяют сэкономить это время и использовать более, более правильный подход для реализации конкретной задачи. Итак, чтобы долго не разговаривать, мы сразу с первого пункта и начинаем. Я думаю, даже я вот этот способ недавно только узнал, потому что по привычке я, это у меня еще идет от начертательной геометрии, когда я рисовал вручную чертежи, чертила. Я, например, в солиде, как всегда, ставил расстояние между окружностями. То есть, если есть две окружности или там линия, как здесь показано, мы просто наводим размер и у нас система показывает от, от центральных точек окружности и мы указываем вот этот размер но иногда нужно указать размер до края отверстия, то есть как здесь в этом случае. И я раньше как ставил этот размер? Я просто ставил здесь осевую линию и уже добавлял еще взаимосвязь касательность, то есть это дополнительная операция. Мы дорисовываем линию, в принципе лишний объект, который здесь не нужен, потом мы добавляем касательность, а потом мы только ставим вот этот размер. То есть мы делаем очень много операций и еще и лишние объекты появляются. Поэтому есть очень простой способ. Если мы используем клавишу Shift при нанесении таких размеров, то у нас есть вариант выбора, какой размер нам ставить. И система сама ставит этот размер касательно к окружности. Это намного быстрее, чем дорисовывать всякие линии. Итак, давайте перейдем в окно SolidWorks. И я покажу, продемонстрирую, как это работает. Итак, вот у меня заготовлены объекты. И мы на них будем показывать, как работает такое нанесение размером. Берем сразу размеры. Берем сразу инструмент нанесения автоматических размеров. И что мы делаем? Если мы просто наведем на вот эту окружность, то у нас срабатывает как бы диаметр. Но если мы ставим потом, например, к линии, то у нас укажется расстояние коси. То есть вот это стандартное то, что происходит, если мы просто наносим размер. Просто левой кнопкой мышки мы наносим размер. Но если перед тем, как наносить размер, мы нажмем, например, клавишу Shift. То есть мы нажимаем клавишу Shift и удерживаем ее. После этого наводим на вот эту окружность, нажимаем и смотрим, уже ничего не происходит. А потом указываем на вот эту линию. И смотрите, вот только я навожу, сразу появляется предпосмотр, какой будет размер. И кликаю еще раз левой кнопкой мышки. После этого Shift уже можно отпускать и просто поставить в нужное место размер. И вот буквально простой, простой такой манипуляцией мы сразу добавили такой вот размер. И не нужно здесь никаких строить дополнительных линий. Точно так же здесь между двумя дугами. Тоже зажимаем клавишу Shift, удерживаем ее, кликаем на одну дугу и кликаем на другую дугу. И точно так же отпускаем потом уже Shift и кликаем там, где мы хотим поставить размер. Теперь смотрите, между окружностями, например, есть две окружности, и нам тоже нужно поставить между ними расстояние. Удерживаем клавишу Shift. Наводим на одну окружность, потом наводим на вторую. Вот мы поставили между ними расстояние. То есть я вот кликнул и поставил первый размер. А теперь представьте ситуацию, что мне нужно, например, от этой окружности отсюда показать размер и до центра. То есть как это сделать тоже, чтобы не строить никаких линий. Делается это очень просто. Мы сначала кликаем, например, на эту окружность. Клавишу Shift мы не держим, не нажимаем. Кликаем на эту окружность. После этого, когда этот размер начал уже добавляться, но мы пока еще его не поставили, теперь нажимаем клавишу Shift. И после этого только ставим, уже наводим на вот эту вторую окружность. И нажимаем левой кнопкой мышки. После этого Shift отпускаем и в нужное место ставим сам размер. В данном случае он уже будет вспомогательный, потому что эскиз определен. То есть смотрите, то есть простым нажатием клавиши Shift... Мы можем регулировать простановку размеров довольно просто и без никаких дополнительных сопряжений. Точно так же вот здесь осевая линия участвует. Мы можем сделать следующим образом: удерживаем клавишу Shift, наводим на окружность, а потом наводим на осевую линию, отпускаем клавишу Shift и мы можем поставить такой вот размер до оси. То есть, используя клавишу Shift, мы очень просто можем ставить такие размеры касательные к окружности и к дугам. Итак, идем дальше. Как указать, например, длину дуги или длину сплайна? Как указать длину дуги, возможно, вы уже знаете, хотя я помню поначалу тоже, когда я начинал работать, я не сразу разобрался с этим, пока не порылся хорошо в справке. То есть бывают случаи, когда нам нужно указать именно длину дуги. То есть это у нас, например, дуга либо окружность какая-то, и нам нужно, или часть окружности, и нам нужно указать ее длину. Делается тоже это очень просто. Мы сначала кликаем на одну точку, потом на вторую и потом на какую-то любую точку между ними. То есть я это покажу, как это делать. То есть это не сложно. Но есть еще важные варианты, как работать со сплайнами. То есть бывает такое, когда в построении, например, та же боковина, мебельная, например, боковина какого-то мебельного шкафа, и она идет с какой-то волной такой. То есть часто бывают такие вот детали на шкафах купе. И, например, есть вот это расстояние, и нам нужно знать его длину. То есть вот у нас есть какой-то сплайн, обычно его строят такими еще вспомогательными линиями, если это не на, не на ЧПУ обрабатывается. Строится с равным шагом так много вспомогательных линий, и потом указывается длина вот от этой прямой каждой, каждой вот этой линии. И благодаря вот, вот такому вот чертежу, тогда в цеху можно расчертить это все и прорисовать такую лекальную кривую. Но потом нужно, например, вычислить длину этой лекальной кривой, либо еще что-то сделать, то есть, либо где-то прописать, чтобы длина кромки высчитывалась. То для этого нужно снимать размер длины сплайна. То есть, мы рассмотрим тоже в этом пункте, как это делается. И этот же размер, например, мы можем его заносить сразу в свойства детали. Итак, наносим длину дуги. Берем снова размер, автоматическое нанесение размера и кликаем на одну точку дуги и на на последнюю точку дуги и потом на вот эту любую среднюю точку то есть просто, чтобы она подсветилась, еще раз кликаем левой кнопкой мышки. И у нас появляется над размером сразу такой, такая вот дуга, что символизирует о том, что мы ставим именно длину дуги в данном случае. И мы ставим вот этот размер. И в данном случае, так как эскиз не определен, то мы можем здесь даже указать эту длину. То есть мы можем поменять этот размер прямо в этом окне. Точно так же со вторым размером. Вот таким вот образом. И, например, вот у нас есть какая-то траектория, и, скажем, это какая-то криволинейная часть какой-то детали. И мы можем с помощью, с помощью инструмента уравнения просуммировать два вот этих размера и получить общую длину вот этой кривой траектории. И потом уже вот, эту, вот это значение можно заносить уже в свойства детали. Вот сюда, куда мы свойства пользователя заносим. И мы можем сюда заносить этот размер как длину детали. То есть, когда мы уже просуммировали. Потому что отдельно просуммировать в, этом, в этой ячейке мы не сможем. То есть, нам нужно сначала с помощью уравнений просуммировать два размера, а потом заносить их сюда. Теперь смотрите, есть у нас, например, сплайны. Со сплайнами ситуация уже обстоит намного по-другому. То есть, казалось бы, можно тоже брать за вот эти точки и наводить на вот этот сплайн. Но так размер не проставляется, здесь просто будет расстояние между точками. И сплайн вообще очень капризный, то есть его просто так образмерить и не получится. Но на самом деле в SolidWorks есть решение. Мы просто наводим на вот этот сплайн размер автоматический сразу возле значка, когда мы наводим, появляется значок сплайна. То есть система понимает, что это сплайн, и сейчас она должна его правильно образмерить. То есть я кликаю на вот этот сплайн, и смотрите, что происходит. Просто появляется такая вот стрелка, как для радиуса, и пишется длина вот этого сплайна. И причем сейчас мы можем указать эту длину. То есть если у меня 160, я могу ее поменять, например, на 165. Вот сразу видно, что пропорционально длина его увеличилась. И смотрите, что теперь произошло. Вот я нажимаю Skate, выхожу из добавления размера и начинаю за вот эти управляющие многоугольники менять вот этот сплайн. И смотрите, как бы я его не двигал, куда бы его ни растягивал, его общая длина сохраняется. То есть в этом случае, когда размер управляющий. Если нам нужно просто снимать этот размер, например, просто знать длину, чтобы постоянно мерить эту длину, если она меняется, и заносить ее в свойства детали. Тогда нам нужно перевести этот размер вспомогательный, то есть чтобы этот размер был управляемый вот таким вот образом. Если он будет управляемый, он будет подсвеченный вот таким вот темно-серым цветом, это означает, что этот размер уже меняется. То есть если я буду растягивать, то мы видим, что этот размер меняется. Вот видите, он постоянно меняется. И этот размер мы можем снимать, то есть выводить его где-то в чертежах, в спецификации, где нужно. То есть мы с помощью свойства пользователя давайте сюда занесем вот этот размер. То есть я вот просто левой кнопкой мышкой кликаю в это поле, где длина деталей, и выделяю вот этот вот размер. Вот его выделил и нажимаю применить. И теперь смотрите, если я меняю снова вот этот размер, вот он у меня меняется, я нажимаю перестроить, и здесь размер этот, соответственно, тоже меняется. Так, давайте вернемся к редактированию. Это что касается сплайна. Точно так же с таким вот длинным, казалось бы, сплайном. Здесь единственный нюанс в чем? что если у вас сплайн состоит из нескольких частей, то есть, например, какая-то криволинейная траектория большая, и он стыкуется, тогда этот размер будет трудно поставить. Тогда нужно искать какие-то способы, чтобы перевести этот сплайн, либо строить его только за один подход, чтобы там не было никаких стыковочных линий. То есть давайте мы точно так же попробуем нанести на вот этот длинный сплайн. Просто на него кликаем, и вот у нас появляется общая длина. Точно так же ничего сложного. Если мы меняем размер, то у нас и меняется длина вот этого сплайна. Итак, управляющие многоугольники. Они могут использоваться как в 2D, так и в 3D сплайнах. Эту тему очень широко я рассматриваю в своем курсе по резьбе, потому что там постоянно используются 3D эскизы, и без этих управляющих многоугольников, без триады эскизы там просто не обойтись. Итак, давайте рассмотрим все-таки в этой части тоже, потому что такие инструменты тоже помогают ускорить свое время. Если их не использовать, то регулировать сплайн за вот эти точки довольно сложно. А вот эти управляющие многоугольники, они помогают как бы более плавно работать с этим сплайном и сохранять везде вот эту плавность перехода. Потому что как только мы начинаем тянуть за вот эти точки самого сплайна, то у нас получаются большие изломы в этих, изломы в этих точках. Точно так же при работе с 3D эскизами очень тяжело в пространстве их контролировать. И для того, чтобы частично работать только по каким-то плоскостям, по осям, есть возможность блокировать триаду эскиза. Вернее, мы ее сначала отображаем, эту триаду, а потом можем можем блокировать не, некоторые оси то есть ту ось которую мы выделили она будет подсвечена более ярким светом а остальные будут такие более затемненные и как раз по вот этой оси которую мы выделили движение только по этой оси мы сможем по, только по вот этой оси двигать все точки сплайна то есть неважно неважно за что мы будем двигать либо за одну точку сплайна либо за вот эти управляющие многоугольники движение будет происходить строго только по вот этой оси Итак, давайте перейдем в окно SolidWorks и продемонстрируем работу этих точек. Начнем с простого 2D сплайна. Берем на панели инструментов эскиз сплайн обычный. И, например, на плоскости спереди нам система предлагает указать плоскость. И на плоскости спереди мы выбрали, начинаем рисовать какой-то сплайн. То есть мы его рисуем, задаем какую-то траекторию. И нажимаем Escape, когда мы считаем, что мы уже закончили. Нажимаем Escape. И смотрите, в данном случае многоугольников пока нет. Но у меня они настроены по умолчанию. То есть, когда я кликну на сам сплайн, у меня появляются такие вот многоугольники. То есть, я могу уже за них вот таким вот образом двигать и управлять нашим сплайном. То есть, таким вот образом намного более плавной формы можно добиваться. Потому что, если я попробую за вот эту точку двигать, то излом происходит довольно разный. И он так взаимодействует еще на другие точки. То есть, за сами точки управлять сплайном довольно сложно. Сразу появляются такие изломы. Для того, чтобы эти точки у вас были автоматически активированы сразу, вам нужно зайти в верхнее меню Инструменты. Дальше мы заходим в Параметры. И здесь нужно указать один пункт. Давайте посмотрим. По-моему, он находится в эскизе. Заходим в вкладку Эскиз. И находим здесь отобразить, вот этот пункт, смотрите внимательно. Отобразить многоугольник для управления сплайном по умолчанию. Самое интересное, что вот эта галочка после установки SolidWorks, она не установлена по умолчанию. И чтобы активировать, либо нужно здесь в настройках добавить, что я сделаю, сделал и вам рекомендую. Либо можно через правое контекстное меню вызывать эту команду. То есть мы правую кнопку мышки нажимаем. И вот здесь в контекстном меню у нас есть тоже пункт «Отобразить управляющий многоугольник». То есть это то, что касается 2D эскиза. Здесь все просто, особо объяснять нечего. Давайте теперь попробуем с 3D эскизом. То есть для того, чтобы ее активировать, мы заходим сначала сюда в эскиз, раскрываем и выбираем пункт, под пункт вернее, трехмерный эскиз. После того, как мы выбрали трехмерный эскиз, вот у нас появляется такая триада, значок, и выбираем после этого сплайн. Вот мы выбрали сплайн и значок XY возле карандаша обозначает, что мы находимся в 3D эскизе. И так как мы 3D эскиз рисуем, находясь как бы в какой-то плоскости, он все равно получается в плоскости. То есть только после того, как мы начнем его двигать, мы сможем придавать ему объем. Точно так же мы его выделяем, появляются эти многоугольники и мы за них можем уже этот эскиз редактировать. Если мы посмотрим, то он уже получается такой пространственный. Но работая в пространстве, очень сложно контролировать, куда двигаются эти точки, потому что они очень хаотично двигаются, и хорошо контролировать это не получится. Единственное, можно включать определенный какой-то вид, то есть, например, вид спереди, и мы можем за вот эти точки двигать, и в данном случае мы будем двигать только в этой плоскости эти точки. То есть это один способ, но есть один очень хороший способ, мы можем включить триаду эскиза. То есть мы наводим, например, на вот этот эскиз и на вот этот сплайн и кликаем правую кнопку мышки. И в выпадающем меню у нас есть вот этот пункт «Отобразить триаду эскиза». Вот мы ее отображаем. И смотрите, что мы можем сделать. То есть мы смотрим по самой триаде, куда на, какая ось нам, например, подходит в данном случае для редактирования. Например, нам подходит вот эта ось. Мы на нее наводим левой кнопкой мышки и просто один раз кликаем. И смотрите, что произошло. То есть вот эти две оси, они стали более менее подсвеченными, вот это стала одна ось активной. И после того, как мы наводим на вот эти точки, вот смотрите, здесь даже только одна стрелочка появляется, мы можем двигать их только по вот этой оси. То есть мы можем спокойно придавать нужный нам объем, и движение будет происходить только по вот этим вот осям. Если мы в этой оси сделали все изменения, мы можем ее разблокировать и, например, заблокировать по другой оси. Теперь я уже двигать сюда не смогу. То есть, видите, появляется только возможность двигать только по вот этой оси. Это очень удобно при работе с 3D-сплайнами, при поверхностном моделировании. Это, эта функция очень здорово выручает. Поэтому берите ее на вооружение, осваивайте, она здорово вам поможет. Здесь довольно все просто, здесь особо и говорить не о чем, здесь простая функция, но возможно, если вы о ней не знаете, то она тоже будет полезной. Довольно часто нужно при работе с разными проектами, документами, довольно часто приходится их открывать. Например, позвонил кто-то, нужно открыть какой-то размер, посмотреть, еще что-то сделать. И когда эти инструменты все под рукой, эти проекты как раз в разработке, то они фиксируются системой определенное количество документов, с которыми мы работаем. Если мы нажмем на клавиатуре латинскую клавишу R, то мы можем активировать такое вот окно и там выбрать тот инструмент, который мы хотим открыть. Давайте посмотрим в окне SolidWorks, как это работает. Вот я нахожусь, запустил систему, и пока у меня никакой документ не запущен. И мне, например, я работаю с несколькими проектами, мне нужно срочно открыть какой-то файл. Чтобы не искать его через браузеры, листать все вот эти папки, можно это сделать очень просто. Нажимаем латинскую клавишу R на клавиатуре, и сразу появляется такое вот окно. Я уже случайно запустил даже, давайте еще раз нажму. Появляется такое вот окно. И здесь есть предварительный просмотр, если детали были удалены, либо перенеси в другую папку, то она будет прописана, но просмотр не будет показываться. То есть не смотрите, что здесь написано просмотр невозможен, просто эти файлы я куда-то удалил, либо перенес, либо переименовал. Но те, которые остаются на своих местах, то они подсвечиваются, во-первых, что это за деталь, либо это деталь, либо это сборка, и появляется возможность открыть. То есть мы наводим, например и можем выбрать тот файл, который, с которым мы работали. Нажимаем левой кнопкой мышки и мы быстро очень открываем этот документ. Это очень удобно и намного поможет вам намного сэкономить ваше драгоценное время. Тоже интересная возможность, которая помогает работать с видами. Возможно, вы не знали об этой функции, она появилась тоже не так давно, не помню в какой уже версии, буквально 2-3 версии назад то есть появляется такой вот куб, причем у него каждая скошенная грань и каждый угол скошенный. То есть это уже как бы такие стандартные наборы и плюс есть стандартный вид, там, например, сбоку, спереди, справа, снизу. То есть как это работает? То есть мы активируем специальными клавишами вот эту команду и, и можем уже выбирать конкретную грань. И потом этот конкретный вид сразу отображается на моментально. То есть не нужно крутить, вращать мышкой, подбирать этот вид, а можно моментально к нему переходить. И также мы рассмотрим, часто нужно какой-то этот определенный вид сохранить, чтобы можно было именно этот вид, вид вставить, например, где-то в чертеже как изометрический, либо еще где-то использовать в каких-то презентациях, слайдах. Поэтому есть еще возможность выбрать конкретный какой-то вид и сохранить его в именованный вид. То есть присвоить ему конкретное имя. И уже с этим именем можно потом работать, например, в чертежах. Давайте посмотрим, как это все работает. Итак, вот у нас есть такая модель. Я этот урок, кстати, это с одного из предыдущих уроков. Здесь вот вверху сейчас появится такая плашечка в верхнем углу. Если вы этот урок еще не смотрели, можете перейти посмотреть. То есть я показывал в этом уроке, как моделировать профиль ножа то есть профильный нож который смещен относительно оси вращения и там идет немножко искажение профиля и как этот профиль высчитывать и как моделировать то есть это все подробно в этом уроке показано и смотрите например нам нужно рассмотреть эту деталь то есть мы можем ее вращать как-то смотреть там активировать вот эти стандартные виды которые мы все с вами знаем и например вот изометрический и нам нужно еще какой-то дополнительный вид рассмотреть и как это можно сделать? Есть такая замечательная функция. Нажимаем две клавиши. Сочетание клавиш. То есть Ctrl удерживаем и нажимаем сразу пробел. То есть одновременно две эти клавиши мы активируем. И появляется такой, такой вот куб. И с такими еще плоскостями. И когда мы наводим на каждую из этих граней, то появляется вот тут предварительный просмотр. То есть вот мы навели на вот эту. Вот мы видим, смотрим на нее сверху. Вот мы смотрим снизу. То есть мы можем выбирать любой вид но эти виды они и так есть в принципе стандартные но зато мы сразу видим предпосмотр. это большой плюс потому что здесь мы предпосмотры не видим мы сначала нажимаем только потом видим результат ну и эти виды они тоже имеют горячие клавиши в основном это Ctrl 1 и так далее пошло и например нам нужно посмотреть под таким вот ракурсом то есть мы только кликнули и сразу у нас появился такой вот вид снова нажимаем Ctrl пробел и у нас уже в этом виде активируется снова вот этот куб. И снова мы с ним можем работать. То есть выбирать тот вид, который мы хотим. И он сразу активируется. И, например, нам нужен такой вот вид, чтобы здесь показать какие-то детали, которые незаметны на чертежах. Или чтобы более было понятно. То нам нужно вставить такой вид, например, в чертежах. Как это можно сделать? Можно сразу, то есть мы выбрали такой вид. Можно еще покрутить его, настроить, как нам нужно и после этого сохранить его, чтобы он был как именованный вид. Запускаем вот эту команду ориентация, то есть на панели инструментов виды есть такая вот, такой инструмент ориентация. Запускаем его и смотрим, что у нас здесь есть. Вот у нас есть параметр сохраненные виды, здесь у нас ничего нет в принципе. И вот у нас есть кнопка новый вид, добавление нового вида. Вот я нажимаю вот эту кнопку и смотрите, появляется такое окошко именованный вид. И я могу здесь написать, например, вид. Я любой, любую фразу могу написать, чтобы вам было понятно, что это за вид. Видно 0.1 и нажимаю ОК. И смотрите, у меня сразу здесь появился вот этот вид, как сохраненный. И я уже такой вид могу использовать в чертежах. Он уже будет там высвечиваться, где мы выбираем проекцию чертежного вида. Если мы выбираем изометрическую, и там же мы сможем выбрать этот вид именованный. То есть пользуйтесь тоже на здоровье, потому что очень часто нужно в чертежах показывать какие-то дополнительные виды. И как раз таким способом это можно делать. Итак, шестой пункт. Этот пункт, по сути, идет в догонку к пятому, потому что, как я уже говорил, в SolidWorks очень много возможностей реализации одной и той же задачи. И, например, там для того, чтобы создать такой вот вид, вот как раз пример, тот, который, о котором я говорил. То есть есть у нас основные виды, и здесь нужно показать еще изометрический какой-то, где нам нужно, чтобы было видно более подробно какие-то детали, которые плохо читаются на, на, на плоских чертежных видах то для этого мы вставляем этот вид как раз сохраненный, который мы сохранили. Это один способ. Но бывает, что мы забыли его предварительно сохранить. То есть, чтобы нам его здесь добавить, нужно открыть эту деталь, создать там этот новый вид и только после этого вставить его сюда в чертеж. То есть, это один способ. Но можно прямо в чертеже это делать. То есть, мы, например, вставляем как изометрический вид, там изометрия, триметрия, диметрия, неважно либо это даже плоский вид. И потом начинаем этот вид редактировать прямо в контексте чертежа. Есть такая возможность в SolidWorks, полезный инструмент. И мы можем прямо вот в этом окне, то есть это как бы 3D область такая активируется, и мы можем здесь уже вращать в изометрии эту деталь. И мы можем выставить самый необходимый вид и масштаб, и после этого нажать ОК. То есть таким вот образом можно это делать. Но вот эта команда, она не имеет горячей клавиши. То есть чтобы к ней получать Хотя в рабочем окне там есть кнопка быстрого доступа, но если вам удобнее работать с горячими клавишами, то мы можем добавить, присвоить ей определенную горячую клавишу. Вот это трехмерный чертежный вид называется. Вот эта команда. Но по умолчанию у нее нет горячих клавиш. Поэтому мы рассмотрим также в, в этом пункте, как добавлять свои горячие клавиши. Итак, вот у меня есть подготовленный чертеж. И я хочу вот этот вид поставить по-другому, потому что здесь вот этот вид, например, я не знаю, что находится с ней в нижней части, как там, есть ли там нижняя заточка, либо там есть какие-то проточки в этой фрезе. То есть мне нужно показать ее нижнюю часть в этом виде, чтобы было более подробно видно. То есть как мне сделать так, чтобы увидеть снизу? Я уже говорил, есть способ, можно открыть просто эту деталь, создать новый вид и потом здесь его применить. То есть когда мы кликаем на вот этот вид, вот у меня есть вот этот пункт вид на 0.1. И если я здесь поставлю галочку, вот я поставлю галочку, и у меня автоматически этот вид здесь активируется. То есть это способ номер один. Давайте мы от него откажемся, нажму Escape. Я верну обратно изометрию. И посмотрим, как мне выставить именно необходимые виды, используя вот этот инструмент. Трехмерный чертежный вид. Кстати, здесь я уже применил горячую клавишу, но я покажу, как ее добавлять. То есть я кликаю на вот этот инструмент и выбираю нужный вид. Вот я указал тот вид, который я хочу редактировать. И смотрите, что произошло. Появилась такая вот голубая рамка вокруг и появились некоторые кнопки управления. Сразу автоматически активируется кнопка вращения, и я могу прямо в этом окне чертежа, вот этом активном виде, могу вращать эту деталь. То есть я могу выставить необходимый мне вид, и даже если меня не устраивает масштаб, я могу даже поменять масштаб. Я могу переместить, то есть вот если у меня кнопка, я могу двигать, и точно так же я могу масштабировать. То есть я выбираю, например, вот такую вот лупу, и двигая, зажимая левую кнопку мышкой вверх-вниз, я могу менять масштаб. То есть если мне нужно очень крупно показать, потом беру инструмент переместить, и, например, вот выставляю такой вот вид. Если мне нужно здесь, например, показать что здесь идет такая вот выборка. И нажимаю ОК. И вот у меня такой вид активировался. То есть довольно все просто работает. Здесь разобраться никаких проблем нет. Теперь смотрите, как к такому инструменту применить горячие клавиши. Вот у меня они применены уже. Это пробел и плюс клавиша D. То есть буква D латинская. И я перехожу в верхнее меню Инструменты и захожу в Настройку. Вот я захожу в настройку, и здесь у меня есть следующий пункт, то есть выбрать его нужно, клавиатура в верхнем меню. И вот тут, где клавиатура, вы можете здесь, в принципе, смотреть сразу по категориям. Вот тут у меня идет отобразить все команды. Можете здесь выбирать серверками без, и можно указать, к чему это относится. Например, все команды, файл. В данном случае это касается вида. То есть можно отключить такой фильтр, который касается только вида. И давайте полиставим, поищем эту команду. Вот у меня трехмерный чертежный вид. И вот назначенная ему функция. То есть я могу, вернее, горячие клавиши. Я могу их отсюда удалить и применить, например, те, которые я хочу. То есть я, например, выделил вот, левой кнопкой мышки, поставил сюда курсор, он здесь мигает. Нажимаю пробел. Вот у меня появилась Spacebar. И нажимаю клавишу D. Дополнительно. И здесь не будет плюс, если мы вручную добавляем, здесь просто через запятую они добавляются, потому что вот эти клавиши, они идут по умолчанию, там где стоит плюс, это назначенные системой по умолчанию, а вот эти клавиши это вы уже добавляете сами. И после этого нажимаете ОК. И давайте теперь посмотрим, работает ли эта комбинация клавиш. В принципе, вы можете проверить, когда вы наводите на вот эту команду, то обычно, если есть горячие клавиши, они сразу подсвечиваются. Навожу, например, указываю вот этот вид, нажимаю пробел и удерживая пробел и сразу клавишу D, и у меня появляется сразу возможность редактировать такой вот вид. Вот такая очень полезная функция, берите себе на вооружение. Итак, седьмой пункт. В каком-то из уроков на своем предыдущем сайте... Я уже, по-моему, рассматривал этот инструментарий, но тем не менее. Это тоже очень важно, потому что с таким инструментом мы часто работаем. То есть мы работаем, строим какой-то эскиз. У нас зачастую первые линии идут как заготовки, и они могут само пересекаться, либо не доходить друг до друга. И нам нужно с ними как-то работать. Для этого у нас есть два инструмента. То есть есть у нас отсечь объекты, мы можем обрезать, и есть у нас удлинить объекты. И многие поначалу, в принципе, я тоже так пользовался, я их постоянно по отдельности запускал. Но часто бывает, что мы, например, что-то обрезаем, обрезаем, что-то лишнее обрезали, и нам нужно вернуться, например, наоборот, добавить эту линию, удлинить. И для этого что мы делали? Переходили снова, искали в контекстном меню, либо на панели инструментов, где-то искали этот инструмент, запускали удлинить, и потом переходили сюда и удлиняли. Точно так же, либо если работали с удлинением, потом нам нужно было что-то удалить. Но эти инструменты, они имеют взаимозаменяемость. Если знать, какими пользоваться, то можно вот такую простую какую-то оплошность подправить, буквально не меняя между собой вот эти инструменты. Давайте посмотрим, как это работает. Итак, вот у меня есть такой набросок, и давайте с ним поработаем. То есть я беру сначала команду отсечь, то есть я ее активирую. Кстати, здесь есть автообрезка, тоже очень удобный инструмент, когда очень много выступающих линий нужно обрезать. То есть, если вы ее активируете, то вы можете вот так вот просто вести. И те линии, которые попадают сюда, они удаляются. То есть видите, каким образом. То есть очень удобно бывает работать и с автообрезкой. Но я ее, конечно, редко использую. Мне почему-то удобнее работать именно отсечь до ближайшего. То есть более как-то интуитивно понятно, потому что я в принципе таких суперсложных эскизов не строю, где очень много выступающих линий, которые нужно одновременно удалять. Но тем не менее, вы должны знать, что есть такая возможность. И смотрите, вот я работаю с этим инструментом. Вот я, например, удаляю. То есть это идет отсечение до ближайшего. То есть я могу вот это удалить, могу вот эти линии удалять, могу вот этот сегмент удалить. То есть таким вот образом это работает. И, например, я где-то что-то случайно удалил. Я могу нажать, конечно, Ctrl-Z, вернуться. Но есть, например, если даже неправильно построил. То есть я не могу вернуться, но мне, например, нужно этот сплайн, чтобы он стыковался с вот этой линией. То есть, мне нужно для этого что? Переходить, брать другой инструмент, вот этот, например, удлинить, наводить на этот инструмент и таким вот образом удаля... удлинять. Но это способ более длинный. И находясь прямо в этом инструменте отсечь, что я делаю? То есть, я подвожу к этому краю, зажимаю левую кнопку мышки, удерживаю ее и просто веду в эту сторону. И смотрите, в то время, когда я приближаюсь к этой линии, то у меня происходит наоборот ее не обрезка, а удлинение. И отпускаю левую кнопку мышки. И у меня точно таким же инструментом происходит обрезка. Точно так же, используя, например, вот этот инструмент удлинить объекты, я могу их и обрезать. То есть, например, в данном случае я вот могу удлинить в эту сторону. Но если я хочу его обрезать, то я выделяю вот эту вот точку, удерживая клавишу мышки левую и двигаю в эту сторону. И навожу на вот эту линию и отпускаю. И у меня точно так же одним и тем же инструментом происходит обрезка. То есть иногда это очень удобно, когда вы работаете, работаете, где-то сбились, либо что-то нужно подправить, то не нужно менять вот этот инструмент, а используйте тот, который в данный момент у вас активный, который является как бы под рукой. Еще одна функция. Не знаю, насколько она полезна. Лично для меня она не совсем полезна. Я редко таким пользуюсь. Но просто у меня поначалу, когда я записывал первый урок еще давно, когда-то то люди, которые переходили с компаса на SolidWorks, я, в принципе, тоже начинал с компаса когда-то, и помню, там были такие бесконечные вспомогательные линии. И мне часто писали и на форуме, писали сообщения на почту, как в Solid можно ставить такие линии. То есть это, скорее всего, просто привычка. И людям для того, чтобы безболезненно перейти, хотелось использовать такую же функцию в SolidWorks. Так, в принципе, Полноценного аналога нет, но есть такая функция, где можно ставить бесконечную вспомогательную осевую линию и в принципе с ней спокойно работать. Давайте посмотрим, как ее активировать. Так, вот я нахожусь в создании нового эскиза, либо редактирования. И, например, я выбираю, тут где у меня линия, я выбираю осевую линию. То есть я выбираю осевую линию и могу ее в принципе рисовать. Но если я буду сейчас рисовать, то у меня идет, происходит рисование от точки к точке. То есть я просто вот ее нарисовал и продолжаю рисовать. Это один способ. Но если я снова возьму осевую линию и здесь вот есть параметр, когда мы вставляем эту линию, тут у нас есть настройки некоторые. И вот у меня есть галочка бесконечная длина. То есть когда я поставлю вот бесконечная длина, я могу теперь рисовать следующим образом. Вот я ставлю первую точку, и после этого введу. То есть у меня срабатывает привязка вот под 45-135 градусов, там, то есть угловые привязки и сразу вертикальная привязка. Вот я поставил одну линию и она на самом деле бесконечная. То есть когда я масштабирую, видно, что она бесконечная. Точно так же ставлю и, например, ставлю вот такую вот линию. Если мне нужна еще какая-то параллельная линия, точно так же, например, вот таким вот образом, я могу любое количество этих линий поставить. Вот таким вот образом, в принципе, они в построении эскизов не участвуют, то есть они не основные, поэтому не влиять на вот эти инструменты не будут. Но если вам нужно для какого-то построения, чтобы у вас всегда была такая бесконечная линия, какая-то вспомогательная, то вот таким вот образом их можно добавлять. Итак, еще один очень полезный инструмент, который здорово позволяет экономить время. То есть есть уже стандартные какие-то детали, например, из библиотеки там гайки, болты, шайбы, там уже автоматические привязки эти срабатывают. Но бывают какие-то компоненты, которые мы прорисовываем специально. То есть специальная фурнитура, специальные какие-то детали, которые часто используются. То есть это одна и та же деталь, вы ее один раз прорисовали и вы ее много раз используете. То есть самое быстрое, что мне пришло на ум, это именно какая-то фурнитура но каждый раз вставляя в сборку эту фурнитуру приходится добавлять одни и те же сопряжения, то есть это немножко напрягает и не забирает много времени. Поэтому есть очень полезная функция, которая называется ссылка на сопряжение. Она работает двумя способами, то есть первый способ это универсальный, но он не закрывает все, как бы все пожелания, потому что в данном случае можно добавить только одно сопряжение, только одно сопряжение. То есть мы, например, вот эта деталь будем считать, что это какая-то фурнитура специальная, и мы можем вот эту концентричность добавить как ссылку на сопряжение. И когда мы будем вставлять в любую деталь, в любую, повторюсь, которая не подготовлена для этой детали, а это, например, у нас часто используется, то при наведении, когда мы будем подводить к отверстию, будет срабатывать автоматическая привязка концентричность. И потом мы нажимаем ОК, и это сопряжение сразу добавилось. А уже все следующие нужно добавлять вручную. То есть это есть такой большой жирный минус у этого способа. Но он более универсальный, и в любом случае он экономит время, потому что мы только навели, и сразу она становится в свое место, мы можем ориентацию поменять, и потом буквально одно сопряжение еще какое-то добавить, и деталь стоит на своем месте. То есть все равно это очень сильно экономит время. Есть еще второй способ, второй способ этой функции, второй способ применения тогда могут срабатывать до трех привязок автоматически. То есть буквально мы просто наводим и сразу деталь встает на свое место. Но здесь есть как и плюсы, так и минусы. Плюсом является то, что мы буквально за один клик это вставляем очень быстро. А минус является, минусом является то, что нам нужно подготавливать как эту деталь. То есть нам нужно добавить, например, вот эту концентричность и добавить совпадение по вот этой грани. И нам нужно вторую деталь, куда мы будем вставлять, тоже подготовить. Иначе эта привязка таким образом не сработает. То есть нам тоже нужно добавить здесь концентричность для ссылки на сопряжение и добавить вот эту грань. То есть вот эту грань тоже добавить. Только после этого мы можем буквально в один клик вставить сюда деталь. Но иногда такие способы тоже работают, если... Есть определенные стандартные компоненты, которые очень часто применяются в разных сборках узлах, то в принципе этот способ тоже здорово выручает. Главное, что мы выигрываем очень много времени. Итак, давайте разбираться с этой функцией более подробно. Вот у меня есть уже подготовленная сборка, сюда я вставил уже плиту. То есть обычная плита, здесь ничего сложного, и пока что я ничего не настраивал. И давайте представим, что я сюда вставляю какой-то штифт. И здесь, например, много этих отверстий, они расположены хаотически. То есть я набираю, выбираю клавишу обзор и нахожу вот эту деталь. Вот я выбираю штифт 001 и нажимаю открыть. И смотрите, я хочу его вставить в это отверстие, но у меня ничего не срабатывает, и мне приходится вот так вот условно куда-то его вставлять. И вот у меня просто вставлена эта деталь. После этого мне нужно активировать вот эту кнопку условные сопряжения, и после этого я начинаю добавлять нужные сопряжения. Вот я двигаюсь и добавляю первое сопряжение, второе, там. После этого добавляю вот здесь касательность. То есть вот это совпадение. То есть вот это занимает много времени, потому что очень много нужно повторяющихся движений делать. Теперь давайте представим, что у нас вот эта концентричность срабатывает автоматически. Как это можно сделать? То есть я удалю эту деталь. Для начала сохранюсь и откроем отдельно снова этот штифт. Вот я открываю этот штифт и давайте мы с ним немножко поработаем. Активируется эта команда очень просто. Давайте мы ее найдем, потому что она здесь не отображена. Вот она находится на панели инструментов вспомогательные. Вот так она выглядит. То есть ссылка на сопряжение. То есть нарисовано такое вот твердое тело, кубик, и возле него идет скрепочка. То есть ссылка на сопряжение. Активируем эту команду, и вот она у нас с некоторыми настройками появилась. Здесь мы можем добавить три сопряжения сразу в этом окне. Мы будем добавлять, в принципе, одно в данном случае, потому что мы сначала продемонстрируем, как работает концентричность. Вернее, давайте добавим два, но просто покажем, как это работает. То есть, вот мы первое по умолчанию, мы можем даже добавить ему какое-то название. То есть, пускай стоит по умолчанию, но мы можем здесь даже добавлять свое имя. И первым делом мы добавим концентричность. Вот мы выделяем вот эту, вот эту цилиндрическую поверхность. Здесь выбираем какой параметр. То есть мы можем либо по умолчанию, либо сразу выбрать то, что мы хотим. То есть в данном случае я выбираю концентричность. И здесь еще можно указывать либо любой, либо выровнен, либо самый близкий. То есть пускай будет любой, но в принципе этим настройками тоже можно поиграться, когда мы точно знаем, какое должно быть это ограничение. Тогда это помогает системе определиться самой при вставлении в деталь. Вот это у нас первое ограничение, это основной справочный объект. Дальше нам нужно добавить, например, еще вот эту грань, чтобы она совпадала с плитой. Выделяем вот эту грань, ставим здесь параметр совпадения, то есть чтобы было совпадение этих двух граней. И в принципе здесь не будем ничего ставить, просто пускай будет любой. Вот мы добавили два справочных объекта и нажимаем ОК. И здесь в дереве построения появляется такая вот папочка ссылка на сопряжение. И здесь внутри в этой папочке будут отображаться все вот эти ссылки на сопряжение теперь сохраняем эту деталь чтобы все все изменения сохранились можем ее закрывать и давайте попробуем вот эта сборка попробуем сюда ее теперь вставить то есть я запускаю вот эту команду вставить компоненты через клавишу обзор нахожу вот этот штифт выбираю его и нажимаю открыть и смотрите что происходит то есть когда я просто вот так вот ввожу здесь ничего не происходит но как только я Приближаюсь к отверстию, причем любому, сразу происходит сопряжение. Только оно переключается в другую сторону, давайте, чтобы было видно. Как только я навожу, сразу срабатывает концентричность. Причем к любому отверстию, неважно, я дополнительно эту плиту никак не обрабатывал. То есть в ней я не добавлял никаких сопряжений. То есть вот как только я навожу на любое отверстие, сразу срабатывает ав автопривязка. И кликаю левой кнопкой мышки. И сразу появляется вот такое вот окно, но меня не устраивает снизу, например, я хочу, чтобы оно было сверху. Я запускаю вот эту команду «Переставить сопряжение», и у меня оно переворачивается на другую сторону, и нажимаю «Ок». Но смотрите, казалось бы, что должна сработать и вот эта привязка, но она автоматически не срабатывает, к сожалению. То есть у меня сработала только одна вот эта привязка и все. Но это тоже уже большой плюс, потому что деталь уже правильно сориентирована она стоит уже в отверстии, мне просто нужно добавить еще одно сопряжение. То есть я просто кликну на вот эту команду и быстро добавлю еще одно сопряжение. То есть это делается очень быстро, никаких проблем нет. То есть это один способ, он тоже здорово выручает, потому что, по крайней мере, у вас позиционирование сразу идет четкое. И вы уже, скажем так, одно сопряжение вы уже добавили очень быстро. А дальше ограничить еще одним-двумя сопряжениями, это уже не составит большого труда. А теперь давайте рассмотрим вариант, когда у нас полностью автоматическое идет сопряжение. То есть буквально мы просто вставили, навели и деталь у нас зафиксировалась. Давайте посмотрим, как это реализовать. Теперь смотрите внимательно. Попрошу вашего внимания, чтобы вы ничего не упустили. Сопряжение для штифта мы уже добавили. То есть ссылки на сопряжение мы добавили. Там концентричность и совпадение. Теперь нам нужно аналогичные сопряжения добавить к этой плите. То есть смотрите. Мы запускаем снова эту команду, находим ее, добавляем, включаем ссылка на сопряжение, активируем и добавляем. Вот у нас первая концентричность, это у нас первая по умолчанию. Здесь можно добавить тоже концентричный и пускай будет любой. А второстепенный объект мы поставим вот эту грань. То есть мы поставили второстепенный объект, грань и выберем тоже совпадение. И нажимаем ОК. И смотрите, в этой папке у нас появилось вот первое сопряжение по умолчанию. То есть если мы его выделим, то сразу система нам показывает эту плоскость и вот, эту, вот это отверстие. И нажимаем ⁇ Сохранить ⁇ То есть в данном случае в это отверстие мы уже можем автоматически вставлять этот штифт. Но в это отверстие он не сработает, потому что здесь нет этой, этой ссылки на сопряжение. То есть мы ее тоже можем добавить. Снова запускаем эту команду уже по отдельности. Потом указываем в первую очередь вот эту концентричность, вернее не касательность, а концентричность. И в качестве второстепенного объекта указываем вот эту грань. И тоже выбираем параметр совпадения. И нажимаем ОК. Только я, к сожалению, это сделал прямо в сборке, потому что мне нужно было это делать именно в детали. Ну давайте проверим, заодно работает или нет. Простите, я ошибся. То есть нужно было просто открыть вот эту деталь и выполнить вот эти действия с помощью вот этой команды прямо в этой детали. Но я сделал это в сборке. И давайте сразу проверим, сработает ли в этом случае, если мы эти компоненты добавили в самой сборке. Давайте прямо в эту сборку теперь сохранимся, перестроимся и вставим наш штифт. Нажимаем обзор, выбираем штифт и нажимаем открыть. Теперь смотрите, я навожу, и вот смотрите, буквально только я навел, и сразу срабатывает привязка. То есть сразу деталь ставится на свое место. То есть даже она уже не переворачивается, как в первом случае мы показывали. И вот я кликаю один раз левой кнопкой мышки, и деталь уже полностью стоит на своем месте. И сразу можно посмотреть сопряжение. Вот у меня добавилась концентричность между отверстиями, и вот у меня добавилось совпадение. То есть оно автоматически добавилось. Буквально я в один клик вставил сюда деталь. Теперь давайте проверим, сработает ли второе отверстие. Нажимаем обзор, выбираем штифт и нажимаем открыть. И точно так же я попадаю сюда и вставляю вот эту деталь. Точно так же с одного клика и у меня сразу все эти сопряжения здесь прописываются. То есть таким вот образом. Единственное, что я вот эти ссылки добавил прямо в сборке. То есть таким образом оно тоже работает. Но более правильно все-таки добавлять саму деталь. То есть если вы будете потом ее копировать, где-то повторно использовать, то у вас в этой детали уже будут сохранены вот эти, вот эти ссылки на сопряжение. И, например, вы эту деталь используете многократно, но просто меняете какие-то габаритные размеры и снова повторно делаете вот эти сборки. То все вот эти сопряжения, они будут автоматически сохранены и вы сможете буквально в один клик вставлять в такую сборку детали. Это сильно экономит время. И в завершении рассмотрим еще десятый пункт. Очень интересный пункт, связанный с работой с блоками. Например, расскажу такой пример, который мне встречался на практике. Делал большую лестницу, и там очень было много поручней. То есть больше 10 где-то поручней было разных. И, вернее, они были одинаковые, каждая деталь, разная деталь была, то есть поручень 001, поручень 002, потому что они были под разным углом прирезаны и разной длины. Соответственно, в SolidWorks это каждая поручень это была разная деталь. И мне пришлось, появилась необходимость там поменять профиль этого поручня. То есть, если нам нужно просто поменять габарит этого поручня, то это полбеды. Нужно открыть каждую деталь и просто поменять вот эти, вот эти размеры. Это полбеды, как бы ничего особо страшного нет. Но когда вам приходится поменять полностью профиль, то есть он был, например, одного типа, а потом его нужно сделать совершенно другим, то это нужно открывать каждую деталь и в каждой детали редактировать этот эскиз. И потом еще, если будут какие-то нарушены сопряжения в сборке, то есть это очень много исправлений. Поэтому здесь два важных параметра. Нужно использовать блоки. Я покажу, как работать с блоками. Это очень удобно. То есть мы в одной сборке, например, для всех вот этих деталей, для всех поручень используем как базовый эскиз один блок. И я просто могу зайти в один этот файл, поменять там все, что я хочу, от размеров до самой конфигурации этого профиля, и он поменяется во всех одновременно поручнях сразу. Это очень удобно. Но здесь еще важно, чтобы потом не было дополнительных еще работ по исправлению проекта. Не делайте сопряжений в сборке, связанных с какими-то вот этими кромками, с вот этими радиусами, которые потом могут просто пропасть. Если вы поменяете профиль, то здесь уже этих кромок не будет и у вас нарушатся какие-то привязки. Поэтому у вас все равно в каждом поручне есть какие-то вспомогательные плоскости например, плоскости симметрии. То вы при сопряжениях лучше используете такие вот плоскостя которые особо и после изменения профиля они остаются на своем месте. Поэтому если вы правильно будете строить сопряжение, то таких проблем у вас не возникнет. Итак, это мы немножко ушли в сторону. Теперь давайте на конкретном примере, в данном случае это поручней, посмотрим, как создавать блоки, как их редактировать и как работает вот эта взаимосвязь. Итак, давайте я покажу пошагово, чтобы мы ничего не упустили Потому что я мог бы на своей модели показать, но лучше я покажу с самого нуля, как это делается. То есть мы перед тем, как, например, создавать поручни, мы создадим сначала просто условный какой-то файл. То есть мы создаем новый файл детали, нажимаем ОК и в нем начинаем рисовать. Например, на плоскости спереди она нам подходит. Кликаем правой кнопкой мышки и создаем новый эскиз. Я здесь не буду показывать какой-то сложный профиль, просто возьму обычный какой-то прямоугольник, просто для примера и его сразу образмерю. То есть вот я поставлю здесь размер, например, поставлю 70. Потом его будем менять и будем смотреть, как работает взаимосвязь. 70 на 50, например. Вот такой у меня просто прямой профиль, например. Давайте я добавлю еще сюда два скругления, чтобы было более похоже. Вот таким вот образом. Я не буду строить сложный профиль, опять же повторюсь, потому что это займет время. Вот таким вот образом. Есть у нас эскиз, мы его полностью образмерили. Старайтесь много размеров не ставить, использовать какие-то взаимосвязи, чтобы проще было потом его редактировать. И смотрите, что мы можем дальше сделать. Тут у нас есть параметр такой, вставить блок и есть создать блок. Есть еще сохранить эскиз как блок. Вот как раз э, вот эта панель блоков, если у вас не активирована, то вы ее зайдите в инструменты, в настройки, по-моему, там добавление и Панель инструментов, сюда ее нужно просто активировать. Если у вас она не активирована. Потому что, в принципе, панелька небольшая, она должна быть все-таки под рукой, потому что с ней так удобнее работать. И смотрите, есть у нас какой-то эскиз. То есть условная деталь она еще даже не сохранена. Вот эта и звездочка деталь 0.1. И мы сразу активируем вот эту команду сохранить эскиз как блок. И лучше это делать следующим образом. Есть возможность сохранять эти блоки прямо на диске C, там где в библиотеку сюда, где вы работаете с Solid, где хранятся все уже стандартные там блоки, эскизы, профиля. Но я бы такой способ не рекомендовал, потому что потом при переустановке системы, переустановке SolidWorks у вас это все потеряется. Вы забудете про это, случайно это все удалится и потом будет немного жалко об этом всем. А если будет очень много этих эскизов прорисованных, то будет сильно жалко, скажем так. Ну давайте, так вот, я рекомендую такой способ. Создаете либо отдельную папку на диске D, там еще на другом диске, который, на котором не стоит система. И там храните свои профиля. Это один способ. Но вы должны понимать, что вот этот блок, если кто-то откроет его, например, вы кому-то отправите этот проект, то в принципе, он его откроет, но если этого файла блока там не будет присутствовать, то он просто откроется, как обычный эскиз. В принципе, проблем никаких нет. Но если вы хотите, чтобы проект был полноценный, где можно менять эти профиля, то лучше сохранять в ту папку, где у вас лежит этот проект. То есть, есть два способа. В принципе, думайте сами, решайте, который вам больше подходит. Либо отдельная папка на вашем компьютере, где вы храните, либо прямо в папке проекта в этот блок и сохраняете. В принципе, это, наверное, более правильно будет. Тогда у вас все будет полноценно в одном проекте. Итак, вот у нас есть готовый эскиз, и мы нажимаем кнопку ⁇ Сохранить эскиз как блок ⁇ Нажимаем, вот я уже один сохранял, и я нажму это по уроку, как я обычно делаю по уроку, то есть PU по уроку блок 001. И сюда в эту же папку я сохраняю. Все эти файлы я выложу под уроком под видео вы сможете скачать все вот эти файлы, которые я применял в качестве примера в этом уроке. И нажимаю сохранить. Вот, в принципе, этот блок я сохранил, и я могу, в принципе, отсюда выходить. То есть я нажимаю «Закрыть», мне система предложит сохраниться, но я не сохраняюсь. Потому что мне этот файл, в принципе, не нужен. Я его использовал просто как шаблон. И нажимаю «Не сохранять». Теперь смотрите, я создаю уже новый документ, деталь, и нажимаю «Ок». И смотрите, допустим, это у меня будет поручень уже. У меня уже есть тут. Давайте я перейду именно в блоки. И здесь у меня уже есть один поручень. И я назву это поручень 001 и добавлю ПУ, что это я делал именно по уроку. И нажимаю сохранить. Теперь смотрите, что я могу сделать. То есть я прямо, например, на эскизе спереди создаю новый эскиз. Вот я захожу в новый эскиз. И здесь я хочу вставить этот профиль. У меня здесь уже есть клавиша такая «Вставить блок». То есть то у меня была клавиша «Создать блок», либо «Сохранить эскиз как блок». Я выбираю «Вставить блок». Нажимаю и здесь нажимаю клавишу «Обзор». И мне нужно зайти в эту папку. К сожалению, у меня все время выкидывает в корень, а не в ту предыдущую папку. Это не очень удобно, но тем не менее. Вот заходим мы в эту папку, Находим эти файлы, блоки в эскизах. И вот этот блок, который мы сохранили. Я выбираю этот блок. Вот уже видно предварительный просмотр, как он выглядит. И здесь ничего мы не настраиваем. Здесь видно, что тип файлов блок. И нажимаем открыть. Вот мы его открываем. И он, кстати, уже вот так вот свободно двигается. И сразу срабатывает привязка. То есть мы можем даже вот прямо в центр вот так вот поставить. Но здесь очень важно, перед тем, как его поставить, чтобы у вас во всех файлах, которых вы используете этот один и тот же блок, чтобы работала взаимосвязь. Это очень важно. Вот здесь поставить вот эту галочку. Смотрите внимательно. Связь с файлом. Если вы ее не поставите, то связи не будет. И вы не сможете в одном этом блоке поменять, чтобы поменялось во всех файлах. То есть обязательно ставьте вот эту галочку. Но бывает, что это и не нужно. Поэтому здесь в системе, Разработчики сделали в системе так, что можно использовать двумя способами. То есть ставим связь с файлом и после этого кликаем вот сюда в свободное поле. И сразу активируется дальше вставление этих количества блоков, но нам нужен только один этот профиль. И мы нажимаем команду Escape. Вот мы нажали Escape, блок у нас вставлен. И в принципе это уже полноценный рабочий эскиз. Сразу запускаем команду ⁇ Вытянутая бабышка основания ⁇ Ставим, например, средняя плоскость и поставим расстояние, допустим, 100 мм. И нажимаем ОК. Вот у нас есть такой вот поручень. Давайте мы перестроимся и сохраним. Теперь представим ситуацию, что у нас таких деталей много, где используется, используется этот блок. И нам нужно поменять их размеры. Давайте попробуем, как это работает. Итак, теперь давайте попробуем внести изменения в этот файл детали так, чтобы мы здесь ничего не делали. То есть мы меняем только сам блок. Для этого нам нужно открыть этот блок. Находим, вот у меня PU блок 001, я его открываю. И здесь у меня есть этот эскиз, я раскрываю этот плюсик и выбираю именно блок. Нажимаю правой кнопкой мышки и выбираю параметр «Редактировать блок». Вот я выбираю «Редактировать блок», и здесь я ему задаю другой размер. Так, чтобы визуально сразу было видно, что он другой. Например, поставлю 120. И смотрите, единственное, что произошло. Он сместился. То есть он сместился и не совпадает с центральной точкой. Ну давайте мы с него выйдем. А, вот он вернулся. Потому что если у вас такое произойдет, то нужно... Вот здесь у меня идет совпадение. То есть когда я его выделю, в данном случае он меня уже не передвигает. А, вот он, кстати, передвигается. То есть у меня тут уже есть центральная точка совпадения, я ее добавил. То есть она добавляется сейчас в таком вот виде. И смотрите, вот у меня еще происходит вращение. То есть для того, чтобы его правильно выставить, я просто выделяю вот эту линию. Причем я не нахожусь в редактировании эскиза. Вернее, нам нужно перейти в редактирование эскиза. И сейчас у нас будет такой вот серый эскиз. То есть, видите, он вроде бы не редактируется, но на самом деле мы находимся в редактировании эскиза. Просто мы не редактируем блок. И смотрите, вот центральная точка, вот у меня идет совпадение. Если я ее удалю, то у меня здесь не будет. То есть я смогу его перемещать в данном случае. То есть мне нужно еще добавить правильное сопряжение, чтобы потом при изменении не было вот этих скачков. То есть я выделяю вот эту точку и выделяю центральную точку. Добавляем совпадение. И потом еще вот этой вот верхней линии добавлю, например, горизонтальность. Вот после этого, когда я уже выровнял вот этот блок, выхожу с этого эскиза, нажимаю перестроить и сохранить. Теперь давайте проверим, будет ли происходить перескакивание после добавления этих сопряжений. Выбираем снова параметр редактировать блок. И давайте здесь поставим уже размер 150, допустим. И смотрите, что произошло. Эта точка снова смещается, но после того, как я нажму выйти из редактирования блока, сразу у меня сработала вот эта привязка в эскизе, и он стал на свое место. То есть он всегда будет привязываться к этой центральной точке. Это очень важно, потому что в сопряжениях мы будем, например, использовать вот эту плоскость симметрии. И если мы эту привязку не сделаем, то у нас профиль будет смещаться в какую-то сторону, и у сборки у нас будет очень много проблем. Поэтому следите за вот этим моментом, чтобы вот этот блок, он был правильно привязан к центральной точке в детали. Нажимаем «Сохранить», «Перестроить» и закрываем эту деталь. Вот мы ее закрываем, и смотрите, здесь появился такой вот значок, светофорчик. Потому что профиль пока не поменялся, но это говорит о том, что внутри есть какие-то изменения. Нам нужно нажать просто команду перестроить и смотрите, что произошло. Вот этот профиль, он сразу поменялся. И, в принципе, точно такое же произойдет, если мы этот блок используем в любом количестве деталей. То есть это любое количество может быть во всем проекте, который детали присутствуют, во всех этих деталях сразу поменяется вот этот профиль. Это очень удобно и очень, очень экономит время. Итак, в принципе все в этом уроке. Надеюсь он был полезным для вас. Если да, то ставьте лайки под этим видео. И у меня к вам будет еще две маленьких просьбы. Просьба номер один. Напишите пожалуйста в комментариях под этим видео, лучше на сайте, где я выставлю урок какие из этих функций были для вас открытием и вы возьмете их себе на вооружение. И вторая маленькая просьба, если вы знаете тоже какие-то хитрости, подходы, которые позволяют ускорить, улучшить работу в SolidWorks, то пишите их тоже в комментариях. Потому что SolidWorks, даже я много лет работаю в нем, постоянно я нахожу какие-то открытия и нахожу более оптимальные способы моделирования. Поэтому я с радостью всех выслушаю и возможно в следующей части урока как раз вот те рекомендации, которые вы напишите в комментариях, я постараюсь их тоже высветить в этом обзорном в следующем уроке. Благодарю за внимание, до новых встреч!